Оператор, снимаешь? Снимай, моя хорошая. Слышишь? А в Одессе утро замечательное, тишина и покой. Но мы это сейчас таки, пардон, нарушим. Друзья, всем привет, с вами Детский Лепон. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. И что там сзади? А чтобы у всех такое было. Свежее, еще и мясо. От ресторана недалеко. Мясо, та ты что, сказка, песня, не знаю. Ну, домашняя. Вот вчера еще бегала, а сегодня уже продается. Угу. Заработают замечательные люди. Сюда? Ехай сюда. Работают замечательные люди, еще и Юра. О, у нас же такое намечается, шедевр кулинарный. Ребята, короче, вот надо будет, вот то, что мы сейчас возьмем, еще и проволока. Идем, покажу, что. Проволока? Ага, ты что, не знала? Забор строить будем? Нет, мясо жарить по-мексикански, по-настоящему, на костях. О, здорово. Какой красивый. Ты прямо слышишь, это что, этот кот ученый? Все ходит по тебе кругом. Катя, ты что, плохо помылась? Чего? А что булочками пахнет? Сереж, заходи. Ну приятно так. Пекарня, ты не хочешь ничего? Блин, там мясо, а здесь что-то печется. Ё-моё, я плохо позавтракал, поэтому ты мне сейчас... Ты вообще не завтракал, думаю, это кажется, да. Ты что, так хорошо? Иди заходи. А, он Юра. Ребята, доброго ранку. Здравствуйте. Доброго ранку. Кто крайний? Салют. Юрочка. Что там? Получилось все, да? Ой, ты шо, ты шо? Катюня, не меня с ними людям ассортимент, ты шо? А Юра пока подготовит. Короче, смотри, вырезка. Говяжья, молодая, настоящая. Да ты шо? Чего ты, и тебе будет кусочек? Так. Шея, смотри, вышло два кусочка. Да, да, да. Это на пловчик. Да, раз, два. Все, шикардос, оригинал. Будет 5 килограмм. Великолепно. Ты тут с оператором договаривайся, а я, чтобы ребенка не профукать, буду аккуратненько следить. Боже мой, а это он же что-то придумал. Тебе не мало косточек? Это кости? Сейчас еще две распилят. Хорошо, давай, пусть пилят, и все нормально. Главное, чтобы они были заморожены и не повредился костный мозг, да. Чтобы наше мясо было умное. Ты что? Миланька, что ты хочешь, творожок домашний или сразу шашлыком тебе подавать? А, еще свинину мясо. А, еще надо... А свиную шею тоже делали? И туда еще можно 3 килограмма шеи свиной добавить. Еще? Еще 3, да. Все, и Соломка с тобой, и Серега с тобой. Так, я ставлю на тормоз 2 секунды. Все, припарковали ребенка, смотри, уже никуда не убежит. Миланя, салют. Ты что, 4 штуки одновременно? Ох, папин аппетит. Так, я вот тут покажу. Так, фарш свинина. Слушаешь, в глазах рябит, какое свежее, ты понимаешь? Ты выучил, как будет копыта на украинском да, море? Да, да. А ну? Красивое слово. Ратытя или ратытя? Он там сейчас кость пилить будут. Смотри, туда, елки ты палки. Смотри, дзинь, дзинь. И пошел напополам. Ох и пила такая. Не, я бы такую не хотел. Там надо быть... Все, раз, два, готово. Короче, ребята, в трех словах томить не буду. Идем. Покажу. Что, свежак? Эй, еще полем пахнет. Что? Нам не хватило. У нас было всего лишь две кости. Угу. Я тебе распилил две. Это две свежие. Все. Ну, они. Нет, после... в смысле не примороженные. Все твердое, упругое. Я сейчас кину в холодильник, все будет нормально, да. Тут же сам процесс, чтобы оно не потекло раньше гриля. Короче. Берется вырезка говяжья, вот так вот обкладывается костным мозгом вовнутрь. Делается такой саркофаг, проволока перетягивается, и эти кости пекутся на гриле. Вы понимаете, да? Кость нагревается, как это, расслабляется, пускает сок костный мозг и насыщает, и не без того уже влажную вырезку. А потом, ой, Катя, короче, сейчас едем на стройку, приедут уважаемые люди, будем такие для вас готовить. То, что нам надо, все мы взяли? Помидорчики, огурчики, авокадо. Ты кота не заказывал? Иди посмотри, как он умеет себе... Живот мыть, учись. А ты мыло тратишь, елки-палки. Эх ты, Катюня. Почему один на улице, один здесь? Это местный. Они меняются, да. Здесь живет. Это как наша Мурка, да. Вот, мы тоже пришли в Архимус, а Мурка уже была. Сколько? 8 лет. О, гостей зазывает. Лежит, слушай, на чистенько А он у вас, судя по количеству людей, не переставает умываться, да? Все время лохматит себя. Самый наполированный кот в Одессе. Это местный бандюган.
Ты что, такое мясо имеешь? Конечно, хочешь не хочешь, бандитом надо будет стать, охранять. Котлеты пикантные. Так, еще раз. Ты говори. Шея мясо. Говяжья на плов есть, свинина на шашлык есть. Вот это на кулинарный шедевр есть. Все, осталось рассчитаться. Все? Да. Так, я тебе этот... Ага. Это чисто от меня. Это сало бутербродное. Ручная работа? Да, ой-ой-ой. Оно чуть-чуть подморожено. Как надо? Разморозили. Спасибо, оставьте в покое, все нормально. Благодарю тебя, елки-дубок. Ты что, Катя, а я сейчас зайдем хлебный по-любому. Теперь уже по-любому. Ах, Сонька, Сонечка, так, сиди свои перины. Да, конечно же. Ого, вот это мы грибанули хорошо. Шею я сажу вместе с вами. Добро. А сделай доброе дело, дай мне еще один пакет на всякий пожарный. А то же я же буду идти как вот тот, кто там, с цветами. Та-та-та-та-та, мантылять пакетом, чтоб ручки не оторвались. Так, сало. Что, маме отпилим, да? Обязательно. О. Все, Юрочка. Вот это утро начинается. Аппетитно. Давай, ты рассчитывайся, я ушел. Девочки, спасибо огромное, до свидания. Хорошего дня. Как это, мы ехали и наконец доехали. Здравствуйте. Ты зашел, Ника. Ага, так я давно собирался, от вас пахнет. Тем более мне сало подарили. Слышишь? Ты что, уже купила? Там фурик зачетный, Миланька. Сделайте вот доброе дело. Это что, наше? Да. А что же? Здрасте. На, смотри. Здравствуйте. О. И что вы тут сами печете и красиво продаете, да? Естественно. Ты что? Чтобы у вас ручки не болели. Правильно. Ёлки-палки, ты уже... Что ты понимаешь? Я хочу детям завести свежий хлебушек. А что, поломанный не такой вкусный? Ну, не знаю. Здравствуйте. О, здоровенький был, салют. Ты что? Ага. Все, а мы за мясом забежали. Там вообще именно кашкет то, что надо. Но... И пицца есть. Да ты что, вы большие молодцы. Очень пахнет прямо. Здрасте. Вообще вышли посмотреть. А? Ой, подожди, я сегодня тресну, я там понабирал и так. Дайте мне с картошкой 4 пирожка еще. О, ты видишь, просто у нее деньги, она и выбирает. Милане, ты довольна? Тебе вкусно? Ай-яй-яй-яй-яй, вкуснятина. Катюнька? А? Да ты что, тут прямо глаза разбегаются. Может, мясо не будем готовить, просто чай попьем? Рогалики. Там мы же все время что галопом и наскоком вот так вот раз и промазал. А сейчас думаю точно. Точно готово. 4 с чем? Картошка. С картошкой? Картошка. Хорошо. Рогаликов к чаю возьмем? Ну давай. Да, и рогаликов там полкило вот таких вот накидаешь, хорошо? Хорошо, смотри. С вишней. Вишня, абрикоса, Рафаэлла и клубник. Не, вишня классика должна быть классика. Все, шикардос. Пусти пирожок сразу, чтобы все видели, что он замечательный. А я же не знал, ты как. Она сейчас скажет, да даже детям. Да детям, куда ты ешь пирожок? Понял, какая она у меня? Ах ты что, не человек, а анаконда? Все, ты что? Конечно хочу. Пусть мне, хлеб жует. Мне сало дали, ты что? Ты что, салом по пирожку я еще не мазал сегодня? Это вот, не хочешь капусты пробовать? Давай вчерашний, мне без разницы. Да я шуткую, любой давай. А у вас капуста сегодняшняя? Так, Сонечка, стилист, выбери. Тогда добавьте туда еще батон. В пакетик 2 с капустой. Спасибо. И пусть туда в пакетик еще детям 2 с капустой. Я же говорю. Дай укусить. Вы что, сюда забыли тесто добавить? Обалдеть, сколько там капусты, а какая вкусная. Ёшкин кот. Ага. Так, туда, где там картошка была? Братик, а я хрен его знает. Давай, кидай куда-нибудь. Нет, так, вот пирожки, что ты вот мне... Я так не люблю. Катя, у меня капуста вываливается. А что ты все схватил, скажи мне? А как будто бы тебя выгоняют. Я собрался дальше бежать. Там сейчас надо мне мясо жарить. Все, ребята, приятного аппетита. Так, не отвлекай, дуже дякую. Давай, все. С ответным визитом на карася. Ты что, дорогу... А мечты, братик, должны сбываться. Ты что, я о твоих пирожках тоже мечтал. Эх ты, короче. Ай, даже мыши знают толк. Там, где вкусно. Катюня? Да. Что, я с великолепным хлебоедом на рынок, да? Давай. Слышь, давай махать, кто быстрее, ты на машине или ногами? Давай. Ты пока вот это я еще, да? Хлеб детям завезу. А, да? Угу. А, затарились, мясо есть, Марату надо не забыть позвонить, разбудить его. Хотя, когда я вон там на привозе. Все, встречаемся на киевском рынке, помидоры, огурцы и тишина, а? Ребята, хорошего дня, замечательного манго настроения. Манго, ой, авокадо. Что это? Салатик сделаем с авокадо. Тьфу. Ладно.
Миланька, не расстраивайся, и тебе. И тебя конфетами угостим. Здорово, а где папа? А, дома? А? На. Здоровенький был. Передай ему конфеты, это нам с Луцка. Передали. Я не знаю, есть у вас такие или нету. Оксаночка Федоровна, спасибо огромное. Короче, такие конфеты замечательные, не знаю, если есть или нет у вас. Дашь ему попробовать, если понравится, я там контакт. Так что будете с Луцком дружить. Все, будь здоров. Смотри, расстроилась, я ей конфет не дал. Эх ты! Идем помидору там. Здрасте. Здравствуйте. Что, как здесь новое? Нормально. Слава Богу. Спасибо, да. Катюня, скоро пойдем тариться. Нам надо будет посылку собрать ребенком. Так что все конфеты у вас берем. Поехали. Ой, ты расстроилась, а рыбой пахнет. Фу. Катюнька, что у нас там, скажи, по сценарию? Огурцы, помидоры, зелень? Да. В темпе вальса. Я не знаю, как кто, но я уже набегался. Так и должно быть. А, да? Здоровый образ жизни. Эх ты. Та-та-та-та-та. Та-да-да-да-да-да-да. Ой, идем посмотрим, можем там с маяк есть. Так у нее сразу и возьмем. Короче, сегодня ночь такая была, что пипец. Я в 3 часа ночи ложусь, а Милане в 3 часа ночи просыпается. Она раньше проснулась. Ну, без 23, елки-палки, извини, обманул. Ты и уже потом светло было, сколько, 6 часов утра? А? То ли время перевели на нее так повлияло. Ай, вой. Слушай. Что? А прямо, ты видишь, завезли капусту, вот эту вот, как она называется, господи, забыла. Цветную? Цветную, да, везде капуста. Слушай, завезли, я думаю, наша выросла. У нее. Смотри, что мама делает там, цветы нюхает через телефон. Здрасте. Красота. Ты что? Вот откуда пчелы улетают или прилетают. Ты посмотри, как красиво. Что ты расстроилась? Выход есть. Она будет сейчас вся мокрая. Я одну дольку дам. Что-то, пока хочет самый большой горбуз, елки-палки. Ты земляненько, на той вот будешь уже, да? Ты на маму? Шары гоняют. Что-то мы рецепт куда-то придумаем. Ты что, красивая? Она папа, а она мамин зайчик. Мамина? Не, все, воздушный. Пошли быстренько что-то купим. Это она на сегодня не в гуморе. Все, хорошего дня, спасибо. Все, пока-пока. Спасибо. С праздником, пьем водителя сегодня. Эх ты, все, бибикальщики, с праздником. Бибип. Погнали, трактористы, машинисты, автомобилисты. Слушай, а где Галкина кабриолет? Надо было взять. Ну, так ты, надо было. Володя, елки-палки. Какая шикарная кукла у вас. Я знаю. 43 года. Прекрасная кукла. Как новенькая. А это по наследству такие куклы передаются? Ты что? Ёлки ты палки, а выглядит как девочка. Ребята, чтоб у сеток себя чувствовали, как эта кукла. Сидишь себя в розовом и едешь. Катюша, а где ты говорила самые красивые? Кто? Ассортимент кабаков. Вот там, где много-много прямо. Вот там было, заворачивай. О, море. Идем, Миланька, покажу тебе выставку кабаков. Зелень сразу же возьмем? А чего нет? Шпинат, шавель. Кинза. Ага. Кто крайний? Никого нет. Бери, не хочу. Точнее, как это? Жуй, не хочу. Ну, хочешь, пощипай себе, я договорюсь. Что? Будем выходить? Идем помидоры, огурцы возьмем? Здравствуйте. А, вот идем. О, пришлёль. Здрасте. А дайте две кинзы, пожалуйста. Что-то вас долго не было. Так нас долго и не было. Мы то там, то сям, Времени не хватает, детей постоянно делаем. Две руколы. А, еще и стройка, да? Да, давайте. О, хорошие. Две. Шпинат дать или только щавель? Ну тебе это на... О, здорово! На придой влияет? Да. Тогда бери.
Что, нормально, что он с твоим зеленью не покупаем? Да. Ты что, выходной сегодня? Или тебя по списку послали? Я дочку принял. Земляк уехал в Германию. А, теперь ты здесь торгуешь? Да. Ты молодец. Там 15 дней. Там. Короче, отпуск от мяса, от топора. Да. Правильно. Да. Что-то хочет она. Что ж тебе дать пожевать, Катюня? Ну тут ничего ты ей не дашь. Там пальцем. Все. Да, да? Да. Все, спасибо огромное. 365? Катюшка. 350. Рассчитайся. О, дуже дякую. А, еще и это? Ёма. Ну все, вот мы есть, есть они уже на очереди у тебя. Так что, здрасте. Здоровенькие были. Салют. Здравствуйте. Эй, привет. Все, еще и себя посмотрите, так что. Конечно. Хорошего спасибо дня вам, да. Спасибо. Будьте здоровенькие. Спасибо. Пока-пока. Все, спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо. Катюша. А у тебя настройки слышь, есть? А тут дыни не переводится. А, конечно же. А бальзамик? Нет. А на работе возьмешь? Возьму. Здрасте. Что, ассортимент обновился? Как всегда? Ты что? А, и клубника, хурма, шоколадная. О, да ты что, идем помидор купим. Да? А что, у тебя здоровые, красивые, хочешь? Давай. Давай. Здравствуйте. И здоровые, и красивые есть. И полевые. Доброго дня. Сегодня хоть не спит. Да, что вы... Лучше как это, блин? Она с 3 часов ночи не спит. Уже такое сделала. Я не... Что тебе дать? С капустой поиграться? На, подержи. Давай. Держи, твоя будет. Катюня, заказывай, что тебе надо, идем дальше. Вот эти вот, смотри, какие красивые. Вот эти? Я прямо перед тобой. А, желтые? Ну давай желтых кило и красных то же самое. Да. А, какая свежая. На, будешь кроликом. Картошка молодая есть. Комары еще ее любят. У нас же погода, видишь, какая, что? Комарам не сказали, что зимы не будет. Возьмут цену они. Или наоборот, они что-то знают. Пацаны будут любить тоже. А, вот так. Сладкий, как персик. Картошка молодая. Может, кукурузу наварим? Нет. Да, ты шо, как? Ёлки полты. 100%. Сколько? У нас. 243. Такие огурцы по соседству возьми сразу. А туда нужно будем крошить? Что, огурцы? Да. Так а в свежем виде, что уже их запрещают есть, ну, или что? Ну давайте ещё килограмм. Давайте вот с пупырышками хороших килограмм. Ёлки ты палки. Да, прям вот аншлаг, да, с этой капустой сейчас? Ну так уродила. Глянь, ты хочешь? Килограммчик, да? Смотри. Да, да. Будешь такую? Да что ты спрашиваешь? Конечно будет. Давайте вот такое еще. Это же полезно. Базар сегодня прямо прелесть, а, Катюш? Она недовольна. Что хочешь? Да поспать ей надо. Все тебе будет. Как ее убаюкать? Да папина доченька такая, да? Папина. Говорят, что уже мамина. Не, папина. А и кабаков навалила. О, какой там огромный. Слушай, а там у Сани тоже должны быть большие арбузы. Ой, когда были арбузы большие? Да. Да. 403. Вот такие же. Что? 400 сколько? 350. Нет, я не рассчиталась. За что? Нет. 400? 400 гривен, да. Все, спасибо. Нет, не рассчиталась. Оставь себе сдачи мне. Себе... Пошли, бери помидоры и огурцы, пошли, ладно. Сереженька. А вот накидывай прямо вот сюда. Раз Миланька ехать не хочет, пусть помидоры едут. Пускай помидоры едут. Все, да? О, файно. Дуже дякую. Спасибо, все, большое, спасибо огромное. Хорошего дня. Помчались. Катюнька. А, и еще пару штучек авокадо надо в этот салатик взять. Ну, авокадо сейчас где-нибудь возьмешь. Ты хочешь, чтобы я тебе показала те кабаки? Ну, хотелось бы. Сливы. А? Или ты не найдешь эту улицу. Здрасте. Что, огурцы, перец? Цибуля надо, Кать? Цибуля не знаю. Сыр, а возьми красный подешевле, а чего нет? Кого? Вот этой. Она же дешевле, а это почем у вас? Договоримся? Да. Хорошо, накидывайте штучки 4. А ты хочешь в этот салат цибулю положить? Да просто есть, как по-настоящему. Отрезала, как яблоко, поняла, что брызгало вот так вот. А порежешь такими кубиками, да? Вот. Стой. Сереж, тебя покрупнее или помелче? Посвежее.
Стой, она мне сейчас микрофон выключит и не будет у меня звука. Ничего, у меня будет хорошо слышно. Четыре. Четыре. Нам так, для друзей хороших. Марат приедет, Алену позовем. Алена, елку несу твою. О, подарок твой на день рождения. Ты что, да? Ты готов принимать? Ой, кому еще в Одессе на день рождения елку дарят с шишками, елки-палки? А что? Да сколько ж... жил, не знал, что заслужил. Ну ладно, что ж, подарок. Слушай, а ты еще и недоволен, оказывается. Миланя. На тебе, здесь ты капусту еще не трогала, трогай, на. Нет, уже не канает. На, хоть цибулю подержи. Сколько? О, спасибо. Шикарный вид. Слушай, я понял ваш этот сговор. Она специально ты с ней поговорила, чтобы она плакала, я ее держал на руках, чтобы я сдачи не мог забирать. О, благодарю. Хоть что-нибудь доурвал. Все, спасибо. Раскусила их по полной. Так где эти кабаки, говори, поехали уже. Кабаки с той стороны, пошли. С какой? Ну вот идем. Там. А ты смотри, если авокадо увидишь. Чтобы утро доброе. Что в этом году кабаки у тебя будут? Как арбузы вот такие огромные? Ты что? Прям один кабак на целый багажник. Два, я ж помню, у тебя здоровые на покрышках здесь стояли. Ну ничего, мы зайдем, поохотимся на большой. Гутуля. Здрасте. Здравствуйте. Где ваша мама? В свадебном путешествии. А я думал, свадебное путешествие. Гиганты? Хотел игрушу взять. Ну хотел чего, возьми. Какую? Маленькую, что в рот влазила? Да возьми вот эту. А вот давай вот таких вот. Килограмм, твердую хрустящую килограмм. И яблоки. А чего ты? Ого, а ну дай потрогать. Ты чем вы их поливаете? Любовью, по-любому, братик, дай таких три штучки. Максимально. А ну стой, а ну пошел в баню. Эй, тихо, оглушишь, елки-палки. А, прям чудо. Да, вот три больших и вот это. Нет, четыре липования не беру, давай пять. Так, а ну отсюда здоровый. Какой, вот это? Да, вот файно. Да. Все, Миланька увидела груши и понимаешь? И затихарилась. А гутуля. Тоже с вашего дерева. Да. Слушай, она как хорошая помидора микада, ты понимаешь? Чем страшнее, тем вкуснее. Вот ее покорявила жизнь. Это от сладости. Ты помнишь, какое здесь варенье? А здесь лучшее, потому что домашнее. 120? Ага. Что ты агакаешь? Ну, ага, давай деньги, что? Без дачи сегодня. А ну, стой. Ты что? Спасибо. С чаевыми сегодня? Вот тебя понесло. Чтоб тебе не досталось. Ага. Не, я ж... А вы там петрушки? Да. Та растем так, особенно уши. Смотри, елки-палки. Ты что? А, скажи, всем автомобилистам привет. Ты что, маме, папе привет. А, грушу дать? Давай я сполосну, стой. Буду их закончиться. И придем за его. Скажи, я хочу в руки. Что это за мед? Миланька, вкусно тебе? Катя, иди, я тебе подарок сделаю. Какой? Рот в рот. Дай поцелуй, кайфанешь. Ты меня еще, ты еще таким сладким не видела. Ладно. С кем поцеловаться? Не могут? С Миланькой. Желаешь. Ладно, спасибо, ребята, большое, покедово. Хорошего дня. До свидания. Ты что, я ей такое предлагаю, Анна? А она как обычно. Смотри, вот репа. Маргеланская, что ли? Не знаю, я в ней не разбираюсь. Не, маргеланская розовая. О, смотри, и тут он кабаки полирует, ты видишь? Ручная работа. Так красиво, каждый, да? Каждый погладил, ну так с любовью. Сезон. Здрасте, Бог помощь. Ох, покрутила его как красиво, смотри, какой здоровый, вот без такого... Келих зробити. Смотри, Катюня, ты что? В Грузии таких рогов нема, из которых пить надо. А, с таким набалдажником. Ты услышал? Так, давайте. Или сделал вид, что не слышишь. Смотри, чтобы ты меня 30-то не треснула такого. Ага. Точно. Катюня, ты хотела авокадо, иди, я тебе нашел. Что она там уже что-то покупает? Горсточку. Пожалуйста. Такие вкусные? Так они еще и полезные. От глисов. Что, зачесалась, да? Когда такой кабак увидела? У меня? А ну дайте подержать, можно его аккуратненько одной рукой.
Вот так вот сейчас. Опа-ча. О! Шикарный вид. И в спортзал ходить не надо. Ты что, я его одной левой. Ё-моё! Даже не знаю, какой стороной. А если вот так вот? Или как там, слышишь? Нормально? Опять. Иди поцелуемся. Чтоб я тебя затылок не поцарапал сейчас там. Опа. Экстрима. Да, да, да. Что, давай денег? 50. Вон, глисты вымогатели. Ты понимаешь, что они с ней делают? Спасибо большое. Тратят ее наши деньги. А вам не надо на эти чесночки, что? На плов? Эка, нет, ты что такое говоришь? Ёшкин кот. Да какие? Да интересные. Дайте штучек 10. Здрасте. Девушка. Каучастник – это мужская сила. Да? А тут вообще какой-то... А не товар, то мужская сила. Какой-то секс-шоп у вас тут, а не магазин, елки-палки. Даже варите какие-то суп, кидайте 2-3 зубчика, кидайте в суп и хай варит. Обязательно, все. Поняли? Очень, да. Полезно. Короче, ни зудеть, ни зубы скрипеть, ничего не будет. О, а Миланя, да, подтверждает. Все, а потом кабаком заел и опять хорошо. Все, спасибо, доброго большое, здоровья. Спасибо. Погнали. До свидания. А это что, маргеланская, не? Нет, это арбузная. А, арбузная. Марат, ты что, у вас такой в Израиле нет? Елки ты палки. Все, надо сказать, что Летки навалило, пусть рецепт вспоминает. А маргеланская нема сегодня? Не будет в этом году. А это ты хоть знаешь? Какая? Это одна и та же. Одна и та же, только эту больше поливали. Хорошо. Что? Ну, если есть, то мы найдем. Все, спасибо огромное. Ага. Так мы на другую. Не, не надо. Идем на большое. Катюня. На другой базар оставим. С ним? Слушай. Конечно, можно. О, здрасте. Мы вас там искали, а вы сюда. Конечно, можно. Бомби, я только за. Давай. Где, а ну-ка. Обли духами пышную кровать. Порядок? Все, да. И вам огромное. Шикардос. А что это вы переехали? Там мы уже... Места своего нет. Да? Я поставлю туда и встаем. Смачного. Понятно. Спасибо. А вы всегда кушаете. Вот это, чтобы... Ребята, чтобы у всех такой аппетит был. Елки-палки. Ага. А что, маме помидорки не возьмем, Сережа? А что не возьмем? Бери давай. Я что хотел сказать. Вот вы тот перец дали, двое погибли. Серьезно? Такой срак, а по-другому не скажешь. Блин, ну это у них на следующий день болело. Надо было оказать скорую помощь. Как хапанул. Первый был Марат. Я говорю, лизни, а он давай кусать его сразу. Потом бегал, что угорел и там по стадиону. Ох и перец. Нет, у вас. Хороший, да? Бесподобный. Вот этот вот, ага, покрученный, все. Я всегда говорю, что... Боюсь его даже трогать. А я что, он ела, только совсем. Ладно, давайте тогда еще 6 штук. Даю. Коля, выберем красивый перец. Вот такой, чтобы не дырявый был. Так, подожди, ты стой, чтобы не дырявый был. Как для вас, сделай хороший. Да, да, сегодня плов будем готовить, так что мы его туда добавим. Сделаем. Вам какой, вот этот покрупнее? Покрупнее вот этот вот, да. Покрупнее, штучек 6-8 кидайте, чтобы целенький было. И красненький вот этот, файный, здоровый. Все, 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 да. Вы поняли, не большие, но они очень вкусные. Очень вкусные, да. Пробуем? Не. О, здрасте, салют. Что, базар делаете? Да. Правильно, тоже надо. До вечера. До вечера. До вечера. Итак, пойдем, да? Да. Вот и на поход. Вот, Миланька, ты бачишь, что ей груша нужна была. А я думаю, что она в базар зашла и, вижу, и пропала у человека настроение. Да. Да. А это мы. Мы вас пока искали, уже почти все деньги потратили. Понабирали, он там полная тачка. Мы долг даем, не понимаю. Я знаю. Сколько, Коля? 6? Валеру. 6, что ли? Хорошо. Все, сколько хватит. Я должна? Да. На сегодня хватит. 6. 222. 222. Ага. Спасибо огромное большое. Рады вас видеть, конечно. И мы, как всегда. Наши люди. Теперь я уже не переживаю, да. Тут, думаю, вас нету, вас нету, вас и нету, елки-палки. Без горько не будет. Давайте я им передам. Сейчас, секундочку, я должна еще вам и дать. Это ж надо найти их, вы понимаете? Это ж не так просто. Да это же уже мои, много не ищите, все. А вот это все. Сейчас. Хватит, да? Или еще? Не, еще надо. Вот это вы надавали мне. Все, спасибо огромное. До свиданечка. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Спасибо. Здрасте, конечно, можно, давайте. Заходите. Все нормально, давайте. Ой, а, видео, эх, ты оператор. Сейчас. О. Спасибо, а я тоже блогер.
Да ты что? Секонд-хенд. У меня вещи, которые можно найти. А я же вижу, красиво одета, елки-палки. Да? Там будет что-то на меня. А как она называется? Гуляем, покупаем. Гуляем, покупаем? Да. Ребята, гуляем, покупаем. Шукай и одевайся, елки-палки. Да. Или раздевайся. Да. Кстати, мадам, есть хороший на халат? Скоро день рождения у человека. Да. Хотел подарить. Через 2 месяца день рождения. Ну так уже пора с начесом какой-то байховый. Как раз будет время поискать. Все, добре. Спасибо огромное. До свидания. Так что сначала мне халат, да? Ты что там на жвачку стала? Идем. Ой, спасибо. Ты ж хотела, а я из-за тебя авокадо профукал. Счастливо, до скорой встречи. Пока-пока. А вот тебе есть авокадо, смотри. Давай, пойди купи, как раз у тебя сдача осталась. Катюша, у меня уже так бицепсы болят, что мне аж стыдно позориться. Иди и купи, ёшкин ты кот. На, бабки папа. Есть, держи. Купи себе на все. На. Ты не стыдно? Я пошутил. Пошли выберем. Давай. Фотосессия делаем. Да, это фотосессия вашей авокадо. Дайте мне. Да, сделайте доброе дело, дайте нам что-нибудь. Или у вас там очередь, если очередь за кем занимать. Катя, а миндаль, а шарон появился. Ты что? Сколько нам надо? Нам надо те, что подтвержены, уже спелые. Да 4 хватит, 4 лучше 3. 3. 3, да. Сколько? Ну подожди ты так сразу. Да. Шикардос. Ох, какой ротвейлер идет. А каба какой, что тут ротвейлер. Елки-палки. Смотри, красавцы. Шикардос. Вот эта девочка. Елки-палки. Сколько килограмм примерно? 20 гривен килограмм. Ага, а весит? Может 10, а тот вообще до 20, да? Двадцатка. 20 килограмм. Ё-моё, я вот мечтаю такой вырастить. А что, просто посадил и поливай, да? А, вообще не поливать надо? Понял. О, это твое растение. Смотри, как он рэпнул, ёлки-палки, от сахара, ты понимаешь? Все, понял. Почем ваши? По 20 гривен. Тебе же сказали. Да я когда такое вижу, я, у меня аж уши не работают. Он уже не слышит. Все, спасибо огромное. Блин, не, ну в том может целого ягненка запечь. А ты видишь эту капусту кучеряву? Разрезал. Какую? Ну вот прям. Да. Очень, очень, очень красивый. Надо покумекать. Видишь, прям она везде. Что, а ее манит вот это вот корявая. Корявая и свежая. Красивая. Не, ну одним словом красивая. Купили уже. Там уже взяли, мы же не знали, что вы здесь есть, елки-палки. В следующий раз отсюда начнем. Здорово. Здравствуйте. Лимонка, нормально. Что, цены падают на картошку, говорят? Поднимаются. А, поднимаются? Йо, и что, сильно поднялось? Короче, на гривну подняли, да и хватит. Ну, надо больше и не надо. Зиме. Заранее. Завезут свежую опять? Не, на зиму везут склады и включат кондиционеры. Электричество дорогое. А, все, я понял. А у нас все нормально, у нас будете хранить, у нас печка есть. Ты шо? Да шо и покедова. Спасибо, до свидания. Здорово! Вы и тут, и там, и тут, и там. Ты что? Ты что, выручку доедаешь? Здорово. Наторговала. Катя, возьми себе хурмы. Йо, здрасте. Вот это красивое. Шмаляет так, что мы вчера, я же вспотел до сих пор, елки-палки. Нет, немножко покачегарили, а так она разогрела. Я думаю, нафиг мы это теплый пол делали. Очень даже знаю, да. А он, я ему говорила, а он не слушался. Ну, слушай, ты мне когда предложила романтику у камина, так я сразу согласился. Ну так я знаю, что предлагатель. Ну ты же, блин. Все, я выбрала самые большие. 1, 2, 3, 4. И все. Боже мой, какая же красота. Ой, ты бачишь? Она аж прозрачная. Надо ж, природа такую шкурку сотворил. Почти нет. А ну, Сережка, вот здесь вот сворачивай. Можем проехать направо? Я сворачиваю. А я не знаю, дождались ли тебя эти горбузы. Ну, вот они, наверное. Что, вот это? А ты мне говорила, здесь пол базара заварили. Здрасте. Ну, они аккуратно. Там лежали. Аккуратно. Кого? Катюшечка? Не, вы если хотите, давайте как-то организованно. Сюда, идите, сейчас фотографируемся. Не, я не фотографируюсь. Хотите, я с вами. Пожалуйста. Давайте я с вами или вы со мной как хотите, да? Дочь сфотографировать. О, вон они. Все, порядок. Спасибо. Все, дочь, огромный привет. Хорошего дня. Взаимно. И вам.
Куда идти? Вон, о, елки ты палки. Прямо выставка. Да, ты посмотри, как гарбузовая. Здрасте. Салют. Эх ты, Катюня. Ну посмотри, какая красота. Выбирай, не хочу. Та ты что? Вот, сфотографируй Милане там. И на соломе. Посади ее в кабаки. Ага. Ты хочешь, чтобы я сфотографировала? Ой. Все, ребенок не нужен. Ой, извините. Сделай фотографию. Нормально? Ты сфотографируешь? Это наш, у вас из кабака выкатился, елки-палки. Ага. Вкуснятины. Катюня, а. Снимай внимательно, будет залипательно. Миланька, а где мама ваша? Ну, красиво же, правда? А почем кабак? 15, прямо акция. Короче, ну это что, как это? Шикарная, замечательная, вкусная осенняя ноте. Мы вам скажем временно пока-пока, а сами пойдем что-нибудь готовить. И встретимся в следующем видео. Так что, друзья, кицы души с хорошим настроением для вас. Кости пойдем готовить. Это кулинарный испанский шедевр. А мы его сделаем еще вкуснее. Я хотел сказать. Короче, друзья, я всей души с хорошим настроением для вас сегодня искал, где в Одессе много кабаков, и таки нашел одесский либан. Всем пока-пока. Чао.